Приветствую вас на канале Red Cat Roblox. Сегодня мы с вами сделаем неонами абсолютно всю морскую коллекцию. Да, ребята, это можно было сделать еще неделю назад, но как-то я все время откладывал это видео. Мы не собирались вместе с моими помощниками в Adobe Me и, соответственно, не делали неоновые питомцы. Итак, ребята, только что я прокачал до конца акулу, потому что Вадон оставил буквально немножко, чтобы я лично ее прокачал до самого конца. И сейчас из акулы мы сделаем неон. Неоновая акула, капец. Причем из этих акул, по-моему, только одна моя. Остальные акулы это ребят. Они самостоятельно выбивали питомцев, самостоятельно их прокачивали. В общем, большое, огромное просто спасибо за то, что они это делали. То, что прокачивали всех питомцев. И благодаря именно моей команде в Adobe Me мы сейчас видим вот такую вот красоту. Вау. Слушайте, интересно так. Плавничок подкрашивается, низ, хвостик. Красиво, мне нравится. Довольно-таки симпатичная акулка. Сейчас я побегаю с ней. Вот так она выглядит, акулка. Спасибо большое, игрок, Вадон, Арсу, Эрнесту и многим-многим другим, кто прокачивал питомцев. Потому что мы прокачали абсолютно всех питомцев в морской тематике. Я, как вы видели, только докачал акулу, а так не принимал, к сожалению, участия в этом, потому что, ну, на это действительно очень много времени уходит. И только мои помощники могут справиться с этим. Так, ну что, ребят, теперь давайте клоуна посмотрим, как он будет выглядеть. Клоун-фиш. Рыба-клоун. Если помните мультик Немо, то как раз именно это. Рыбка там была. Вообще морская тематика, морская коллекция очень красивая в Adobe Me. И давайте смотреть, что же теперь выпадет. Как будет эта окрашена рыбка. Оранжевая рыбка. Так. Вот она! Уху! Круто! С оранжевой подсветкой получается у нас вот такая вот рыбешечка вышла. Смешная такая. Симпатичная, мне нравится. Вот. Но сказать, чтобы она сильно отличалась от той, что было, то нет, просто полосочки подкрашиваются. Все-таки акула была поинтереснее. От нее, если честно, я не ожидал, что она станет настолько другой. Так, ну что, давайте что-нибудь следующее прокачаем. Я тут бегаю с рыбкой, чтобы все ее увидели, потому что у нас довольно-таки много на сервере находится. И не все могут ее рассмотреть в этой толпе. Так, кто же у нас будет следующий? Следующий у нас будет скат. Я показываю, что мы его уже прокачивали. Это неоновый скат у меня. На канал мой подпишись, лайк поставь, не скупись. И давайте теперь дальше идем. Дельфинчик. Неонового ската мы чуть раньше делали. В одном из видео я его уже показывал, поэтому я решил второй раз не показывать, как мы превращали из обычных в неонки. Да, ребята, можно, конечно, у кого-то обменять и все это за 2 дня, за 3 получить. Но мы почему-то с ребятами любим, чтобы прокачивать это все дело самостоятельно. И потом превращать и вместе смотреть с ними, как это все происходит. Вау, дельфинчик, ребят, смотрите на этого дельфинчика. Ну, по сути, он такой же, как и скат. У него тоже только брюшко подсвечивается. В остальном он точно такой же остался. Эй, кто тут кресло поставил? Я вообще не собирался тут присесть. Окей. Дельфинчикам понятно. И крабик. Ну, конечно же, ребята, конечно же, крабик. Мой любимчик. Мой топ-питомец, который мне попадался, наверное, каждый второй, когда мы выбивали яйца вместе с папой, дочкой и женяшей. Если вы не смотрели это видео, посмотрите на канале Red Cat. Это мой основной канал. И там это видео есть. Было довольно-таки весело. Сможете увидеть, какие питомцы вообще мне выпадали. Ну и в целом, кто победил в батле. Так, ну что, давайте крабика ставить, смотреть, что же там, какой он будет. Но это не удивительно, потому что крабик вроде как красный, я красный кот, соответственно, он мне чаще всего попадался. Ой, какая прелесть. Смотрите, он так смешно бегает, так перебирает ножками. Так, так. Ну что, у него подсвечивается клешня, подсвечивается низ. Ну, прикольный тоже. Довольно-таки симпатичный питомец получился.
Я тогда выбил огромное просто количество этих крабов. У меня другие питомцы вообще не выпадали, только крабы, крабы, крабы. О, вот это вот интересно, конек морской. Мне прям очень интересно, какой он будет. Он желтый, с каким цветом? Желтый с белым, наверное. Ну что, давайте посмотрим. Так, и последний, где у нас вот здесь? Вот еще последний. Смотрим, что будет теперь. Волшебство, Magic. И... Вау, слушайте, как красиво-то. Обалдеть. Конек просто топовый. Слушайте, ну это пока мне больше всего нравится в морской тематике, как сделали неонового морского конька. Слушайте, какой он красивый. Мне нравится, как он светится. У него крылышки, у него грива. Все так неоновым светится, белым. Слушайте, очень красивый. Я как раз пишу ребятам, что неоновый конек самый-самый красивый в этой коллекции. Давайте посмотрим Нарвала. Надеюсь, что у него будет рог еще тоже какой-нибудь подсвечиваться. Так. Ну, по крайней мере, ожидается, что будет рог. Ну и, возможно, пузико тоже, потому что у всех пузико подсвечивается. Давайте смотреть, что на самом-то деле будет. Так. Есть. Итак, волшебство превращается... Ох, неожиданно, если честно. Смотрите, рог не подсвечивается, но у него и верх, и низ сразу подсвечиваются. Я бы назвал его каким-то бутербродом, потому что с двух сторон подсвечивается. И рог, к сожалению, не подсветили. На канал мой подпишись, лайк поставь мне, не скупись. Ну что ж, ребят, перед тем, как сделать неоновым осьминога, большое спасибо хочу выразить, во-первых, Эрнесту 0801, потому что он дал целых два прокачанных питомца, причем эти два питомца были его, не мои. И также спасибо Арсу 2283 и так далее. Он тоже сам выбил питомца, прокачал его и, соответственно, мне подарил. Я, ребята, когда у меня есть питомцы, просто даю в обмен. То есть мне дают какого-то редкого питомца, но уже прокачанного, я даю обычного непрокачанного. Но, к сожалению, в этот раз у меня было мало неоновых питомцев, поэтому я не смог, в принципе, всем раздать на замену что-то. Слушайте, кстати, если вы не обратили внимания, то пещеру сделали намного светлее. Она раньше была с такими черными, темными, глубокими тенями. Сейчас ее сделали, видите, такой яркой. Даже сероватой какой-то, не черной, а сероватой. Ну что, пришло время узнать, как будет выглядеть последний питомец. Тоже это у нас легендарка, как и акула. И где он? Вот он! Вот он наш осьминог. У него ушко подсвечивается и подсвечивается низ, оранжевый цвет. Ну что, хочу сказать, довольно-таки тоже симпатично выглядит, довольно-таки красиво. И на этом, ребята, все. Мы открыли абсолютно всю коллекцию, морскую коллекцию питомцев в Adopt Me. Спасибо еще раз огромное именно моей команде в Adopt Me за то, что они это сделали. Это их подвиг. Только благодаря им вы видите подобное видео. На этом у меня все. Спасибо, что смотрели. Всем пока.